Так, вот что получается? Вот с этого момента попадут. И, но я тебе продаю, а ты втридорога продашь людям. Ну, это бизнес. Ну, вот, рассказывай бизнес, мне, вот. Что это такое? Я живу в доме Северная набережная, 15, корпус 1. У нас получается парковочных мест, вот этот дом, у нас получается парковочных мест буквально вот на 5 машин. И детская площадка. Еще у нас есть парковочные блатные места на 5 машин, но не блатные, вот. Начальство само себе сделало, вот, парковочные места на 5 машин. Вот этот дом, Северная набережная, 19. Они говорят, что якобы заплатили деньги, асфальтировали вот эту всю площадку и не разрешают ставить нам машины. Хотя окна у меня вот здесь вот, на 8 этаже. То есть они 15-му дому хотят запретить ставить здесь машины. Мотивируя тем, что эта площадка принадлежит ихнему дому. По плану. Вот они всю себе площадку открабастали. А что, так можно было, что ли? Также сказали, что может ставить вот 17-й дом, потому что они якобы заплатили какие-то деньги. Далее. Вот эту площадку они тоже сказали, сделали за свои деньги. А также у них еще вот площадка. Нихера себе! Далее, по 19-му дому. 19-го дома вообще своя площадка. Вот ихняя дорога, вот ихний двор. Вот ихняя площадка. То есть два дома незаконно запрещают третьему дому ставить машины между домами. Не поняли, да? Это Россия! Семнадцатый и девятнадцатый. Вот они якобы заасфальтировали за свои деньги, сделали разметку. И ставить машины будут только те, кого они хотят. Нихера себе, я не кушаю, ребят! Ну а у нашего дома только вот такой газончик, который председатель их не хочет трогать. То есть у нас газончики, детская площадка. У этих двух домов все остальное. Не смешно! Не поняли, да? Вот это площадка из окна. На которой два дома третьему запрещают ставить машину. Старушенция приехала на Тойоте. Парковалась полчаса на разных местах. Даже такие свои достать не может из машины. Дверцу закрыть не может. Сейчас посмотрим, из какой дома она сейчас придет. Такие 100% что-нибудь поцарапают где-нибудь. Сейчас еще 4 раза обойдет вокруг машины. За руль пускают, непонятно.
Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.